Фух, друзья, я, конечно, могу долго комментировать события, которые произошли в предыдущей серии, которая вышла вчера, но мне кажется, что намного проще будет, если я как можно скорее вернусь в игру и продолжу ее проходить. Я всех приветствую, с вами Булкин, добро пожаловать на продолжение прохождения игрушки под названием The Last of Us. По традиции, друзья, всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятнейшего просмотра. Я надеюсь, что сейчас меня ждут какие-то ответы, потому что как я, Кстати... Сейчас, я пока вот, пока я более-менее спокойный, друзья, буду рад, если вы поддержите эту серию лайком, тем более, что вчера вышла серия, сегодня серия новая, поэтому огромное вам спасибо за вашу поддержку. В общем, все, я хочу знать, блядь, что произошло, какого хрена наступила зима, почему я играю за Элли, реально ли Джоэл просто вот так вот на ровном месте погиб? И как бы никаких ответов, никаких вопросов, ничего не будет. То есть, как бы, что происходит вообще? Я нуждаюсь в ответах. Тихо, тихо. Вот и он. А что, реально прям охотиться надо, что ли? Так а где она живет? Как она живет? Почему? Что произошло за это время? Что с Джоэлом? То есть, как бы, где могила его? Или как? Ну, что происходит-то вообще? Так, я так понимаю, действительно, мне нужно поймать этого лося. Оленя, блядь, или кто это, я не знаю. Какая-то кочерышка, короче, бегает. А Элли, видимо, хочет кушать. И поэтому сейчас нужно как бы сделать все возможное, чтобы она... Блин, неужели в игре что-то светлые какие-то тона? Потому что, ну, как бы снег, поэтому... Где? Я ни хера не вижу, куда она убежала. А, черт, вот он. Спугнула. Так, подожди, подожди, подожди. А как ты предлагаешь? Реально, что ли, по стелсу его выслеживать? Так он убежит, так будет бегать без конца. Спугнула. Нельзя попроще вот кролика какого-то. Ну, я не знаю, лучше 100 кроликов, чем один лось, нет? И проще как бы и... Так, ну допустим. Ну я же не дострелю в любом случае. А что, серьезно? Не, ну это хуета какая-то. Мне кажется, стрела уже... О, подожди, у меня есть идея. Так, а он же слышит меня, да, небось? То есть он не только меня видит же, лосяра-то. Он же меня, наверное, еще слышит. Так, сейчас аккуратно попробуем. Тихо. Да куда? Осторожно, Элли. Да подожди, ну что за хрень-то, я не понимаю. Нахрена я сюда забрался, если лось опять убежал? Так, или это олень, блядь, или это лошадь, я не знаю, кто это. Так, куда он побежал? Туда или туда? Блять, я просмотрел. Ну все, пизда. Я никогда в симулятор охотника не играл, поэтому для меня это сейчас будет, короче, самый сложный момент в этой игре. Я почему-то думаю, что он сюда рванул. Я очень на это рассчитываю. Скорее всего, просто сейчас игра специально не дает мне сделать так, чтобы я... Не, что-то мне это, блядь, не нравится. Или нормально. Не, хуета какая-то, по-моему. А, он туда наверное, не упадет даже. Ага, все-таки, значит, в ту сторону. Блин, не проследил. То есть во всем этом гремучем лесу один лишь вот этот лось. Бля, вот я вообще в шоке. Вот разработчики, вот они почти понимали, что в этот момент игроки чувствуют. То есть как бы, какой, блядь, олень? Какая охота? Вопросов в голове очень много, чтобы просто сейчас бегать за лосем. Мне нужны ответы. Да, блядь. Блин. Да, короче, нет, это не вариант, мне кажется. По-моему, эта игра так специально делает, чтобы я сейчас его выслеживал, и в какой-то момент все-таки произойдет то, что... Потому что я так издалека-то не буду же в него стрелять из лука. Хотя, блин, у меня, по-моему, бесконечно. Надо было попробовать. Ну-ка, 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 подожди. Может, я туплю? Может, стоит один раз попробовать издалека прям как-то херакнуть? Стопе. О. Есть! В натуре! А чё я ссал-то? Нифига себе она лучницей стала. А сколько времени-то прошло? Это точно вот как бы, ну, та зима, которая после той осени суровой наступила? Или, может быть, уже годика два, блядь, прошло? Что она и научилась всему. Не, ну она, в принципе, умела. Хотя из лука не знаю. Туда? Наверное, туда он наверх убежал, мне кажется. Пиздец, целая локация лесная для того, чтобы я бегал за оленем. Не, ну это, конечно, очень интересно. Я не спорю, но... Так, это тупик, значит, не сюда. Просто как бы... Я не понимаю просто. В итоге... Я знаю, что сейчас произойдет, скорее всего. Знаю эту игру, я знаю, что сейчас произойдет. Скорее всего, я сейчас поймаю этого оленя. И таким... Тише. Тише. Может, ты присядешь лучше, нет? Не, подожди, я так не вижу нихера. Блять, а им какой-нибудь поможет мне? Пожалуйста. О! Вот ужас. А, я на... Подожди, так получилось или нет? Получилось, две стрелы, по-моему, я уже попал. Бля, надо было раньше это пробовать. Я просто думал, что надо его как-то ваншотить. А оказывается, она так далеко еще умеет стрелять. Мне кажется, Джоэл так не умел. Так, мы тут по кругу так... А, так это пока зацикленная... А, так вот следы-то! Он же раненый, зверь! Вон он куда бежит. Нифига себе, как все проработано. Ничего себе. Так, 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 следы ведут сюда. Мне кажется, сейчас в итоге Элли придет на могилу к Джоэлу. И там какое-то, может быть, будет разъяснение или что, блядь, происходит. Я не понимаю вообще, блядь. Так.
Куда-то он побежал туда. Ага! А там было закрыто, я уже туда ходил только что. Так, так, так. Лосяра, ты где? И как ты еще жив? В натуре, бля. Он что? А, стоп. Да тут закрыто же было. А, подожди-ка. Я же только что... Так, ладно, ладно. Игра мне дает понять, что не надо спешить, Санек. А еще лучше пробовать... Опа. Опа, бля. А это куда? Что тут было? Где вопрос? Ответ на вопрос, пожалуйста. Где Джоэл? Что с ним? Он реально умер или нет? Почему? Почему? Бля, я не удивлюсь, если вообще никакого ответа не будет. Серьезно, это будет жестко. Что это тут было? Волшебно. Вообще, отлично просто. Так, спокойно. Что, где лось-то? Здесь совсем не страшно. Так, подожди, что, она лутаться тоже может, получается? Бля, в натуре. Чего? Подожди, и... Охренеть! Так это получается уже как какая-то... Блин... А что у нее рюкзак пустой за это время? То есть она что, только за это время с луком ходила, а вот появился круто. Тут... Ну, комикс-то, бля, конечно. Че, мне же не интересно, где Джоэл, правильно? Я уж комикс пособираю. Ой, бля... Так, ладно, спокойно, Санёк. Сейчас, ну, бля, не может же быть, что не будет ответа на вопрос. Я просто реально на нервах, блядь. Я же неспроста решил, как бы, сегодня, вот, ну, как бы, я не смог бы... О! Хуя себе. Добежал. Так, так я в него два раза попал, получается. Получается, что так. Так. Охота, короче, прошла успешно, получается. Кто там? Джоэл! Выходи! Нет, вряд ли. Да не, ну она же куда... Ой, это тише. Он? Тише! Он что? Мы на пару слов. Это не он. Дернешься, получишь стрелу промеж глаз. И твой приятель тоже. Что вам надо? Я Дэвид. Это мой друг Джеймс. Мы из большой группы. Женщины, дети. Мы умираем с голода. И у меня много народу. И все голодные. Тогда, может, мы что-нибудь предложим? За это мясо. Оружие, ткань, пули. Лекарство. Какое? Есть антибиотики. Есть? В лагере. Не для нее, а для Джоэла. Никуда я с вами не пойду. Да, 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 мой да. Дружок сбегает. Принесет, что мне надо, и олень ваш. Приведет друзей. Пустишь стрелу промеж глаз. Именно. Сурово, сурово. По понятиям. Два пузырька пенициллина и шприц. Побыстрее. Бегом. Так. Ну я справ... Давай мне ружье. Конечно. Блять, это... Назад. Для Джоэла антибиотики. Да? Да, да, да. Так, ну допустим. То есть она все это время... Он не скоро вернется. Ты не против укрыться от ветра? Возьмем с собой. Да. Почему это напряжение ебаное? Просто можно... Ну для Джоэла, все понятно и так, ну для нее. Все-таки же. Зря ты ходишь совсем одна. Одной мне лучше. Ясно. Как звать-то? А что? Слушай, я понимаю, что трудно верить незнакомцам. Лекарство ведь нужно для кого-то родного. Все будет хорошо. Увидим. Э, стопэ! Застыл! Вот он контроль над ситуацией! Друзья, прошу прощения, вот такая вот ситуация, зато теперь вот здесь маленький Санек, которого я вижу. Если он застывает, я сразу же фиксю этот момент. А если бы сейчас я не следил, не наблюдал, то получилось бы так, что я бы, ну как бы, собственно говоря, опять бы застывший, так, собственно говоря, и был бы всю серию. Но все починил. Так, продолжить. Щелкуны, что ли, блядь? Ой, пиздец. Не-н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 е. А как мы...
А, то есть у него, в принципе, было... У тебя пистолет? Был пистолет, в принципе. Прости. Так, отдай, пожалуйста, ружье. Нет, пистолета хватит. Какая разница тоже, в принципе. Стрелять умеешь? Да уж приходилось. Так, я правильно понимаю, что сейчас... Главное, не дать им влезть сюда. Блять, это, конечно, все замечательно, но вы... Зажрали бы оленя. Подожди, 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 главное не... За окнами. Ладно. Зашибись. Так, подожди, лук и вот эта херня. Не, ну с лука... Бля... Так, а чё, а чё по патронам-то вообще? Чё по патронам-то вообще? Понял. Понял. Нормально. Перезарядочка. Да бью наверняка, подожди, перезарядка пошла. Опа, нахуй. Опа, нахуй, хедшот, ваншот. Два патрона. Братан, не подъедешь патрончиков? Блять, у меня реально все плохо. Уже нет. Ну, в смысле, да, но он как бы... На, блять. Чтобы выбрать другое оружие, нажмите X на ячейке. Так, ебаный в рот, блять! Ножом его, сука! Прикрывай, блять, че он не прикрывает-то меня? Другое оружие, блять, велик выбор, шо пиздец, конечно. А ведь правда? Стреляешь ты получше это... меня? Ага, это он мне дал патронов? Опа, аптечка. Подожди, подожди, что это такое? А, помочь? Все, 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 сейчас помогу. Бля, вот это ж... Что за напряжение, блин? Мало того, что происходит, опять же, экшен, так я еще хочу знать... Ой, блядь! Это щелкун. Черт. Это было очень опасно. Браво. Сейчас. Да, блядь! На! На! Да не даю, не даю. Я, блядь, щелкун! Он справится, надеюсь, нет? Блядь! Да, блядь! Ща! Ща, подожди, поприцелюсь. Да, блядь! Ну, сука, хоть целься, хоть не целься, блядь! Бесполезно все! О, патроны. Снова 6 патронов. Нифига себе. Это из щелкунов падают, походу. Я с патрончиками, походу, здесь это, ну, как бы, проблем-то не будет. Так, кто следующий, где, откуда? О, кто-то бежит, подожди. Где? Вижу. Оп, блядь, ясно. Нормально, нормально. Да-да-да, стараюсь, стараюсь. С прицелом, конечно, у меня всегда все было плохо. Но я действительно стараюсь. Перезарядка. Из них падают патроны, нет? Нет, не падают. Ой, это щел... Бля. Бля. Перезарядка. Есть патроны? По-моему, патронов нет. А что делать? Помоги! О, патроны, 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 патроны. Отлично. А, прикрой! Ножик! Фига она... Слушай, так она может ножом драться прям. Подожди, мне надо аптечку. Бля, надеюсь, он меня прикроет. Я надеюсь, он меня прикроет, потому что иначе мне пиздец. Прикрывай меня. Понял. Я понял, принял. Кстати, а Джоэл так не умел. Джоэл так... Ни хрена у него ХП быстро кончается. Охренеть. У него ХП очень быстро кончается от ударов. В отличие от Джоэла. Прям вообще ж... Уходим отсюда. Какой уходим? Подожди, стоп. А олень? А это? А ребята? А лекарства? А ХП? Идем сюда. Пиздец. Полный причем. Полный причем, вообще, полный трэш. Я перекрою путь. Стереги вход. Стереги вход? Окей. Получилось вроде. Перезарядка. Дичь, вообще дичь. Аптечка. Фух. А, это не аптечка, это халва. Халва была. Еще? Да мы идем. Пистолет? О, нормально. Куда, 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 куда? А что так за... Что такие за место-то сразу, блин? Погнали. Со мной. Иду я. Тихо, 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 тихо. Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько проходим. Как настроение? Да заебись вообще. Меня не волнуйся. Просто вообще супер. Так, смотри под ноги. Антибиотики бы прям для Джоэла. Ой, блядь! И сейчас там штырь. И там штырь, блядь. Детка, ты цела? Там штыря нет? Я просто уже ничего не удивлюсь, блядь. Уходи! Я понял, короче, принял. Начинается жопа. Ой, бля, понял. Ну что, поехали, блядь. Так. Щелкунчики, блядь, ебучие. Из них еще ничего не падает, сука. По яйцам, блядь. Перезарядка, быстро. Прислушайся. Бля, она тоже слышит, оказывается. Нет! Да! Да, да, да! Один патрон, нормально, который я как раз въебал мимо. Так. Еще патрон. Слушай, прям для винтовки-то они прям из них падают и падают. Ну-ка, здесь что, у него был? Нет патрона? Нет ни одного патрона? Блять, три патрона. Ладно, перезарядка. Подожди. Стоп, что?
Ух ты, бля, это типа нычка какая-то. Так, кирпич понадобится. Пистолет у меня, если что, еще. Ух ты, блядь! Листок, водичка, ножницы. Так, ну-ка, сделаю-ка я быстро. Нифига, так я, получается, весь скилл... Не, подожди, тут хороший вопрос. Мне аптечка, наверное, нужнее будет. Тут такая атака идет, что, как бы, конечно, я бы не отказался от коктейльчика, но пока не до него. Получается, все скиллы, короче, которые были у Джоэла, ей передались по наследству, я понял. Так, возьму пистолет. Кстати, что за пистолет? Какой-то странный пистолет. Новый пистолет какой-то. Так, а как отсюда выбраться? Подождите, она здесь поднимется? О, нифига себе, блядь, Джоэл даже так не умел. Ну, Джоэл старенький уже, кости хрустят, блин. А тут молодая. Так. Ага, я отсюда пришел? Не, подожди, вот сюда мне, правильно? Так, 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 так. Проходим, проходим, проходим. Бля, можно запутаться здесь. Сюда. Опа. Подожди, нет. Я что-то по кругу хожу, блядь. Что-то я хожу по кругу, по-моему. Там через низ все-таки проход или где? Здесь я был? Это станция. Подожди, я что-то не пойму. А куда идти-то? Как-то наверх же надо пробраться, правильно я понимаю? Здесь тупичок. То есть вот здесь я как бы вот сюда пришел, сюда я могу как бы спрыгнуть. Здесь... А, вот, блядь, лестница, я даже не увидел ее. Ну, пожалуйста, я надеюсь, сегодня будет ответ. Спасибо. Спасибо большое. Нормально. Вот ты где. Можно... Дверь вон там. Можно ответ, пожалуйста, где... Что с Джоэлом, блядь? Для него ли я тебе... Ну, для него, для него. Ну, просто я хочу уже убедиться, увидеть его, как бы, в каком он состоянии. Пипец, блин. А это, кстати, почему вот Джоэл... Так близко. Джоэл, почему... Почему Джоэл не ходил с такой же заточкой, блядь, которая не тратится? Надо чтобы... Надо ту лестницу. Так, ту лестницу, значит, да? И что я могу предпринять? Ту лестницу. Здесь можно как-то пройти? Нет. По-моему, к нам кто-то идет. А, подожди, а здесь? Я так понимаю, она нормально прыгает, поэтому... Так, подожди, как мы эту лестницу достанем? Нам бы ту лестницу. Бля... Подожди, а, во! Вон, давай, подсади! Готово? Угу. Держи. Давай, 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 давай. Опа, молодец, молодец, просто молодец. Молодец. Так, сейчас бегом. Походу... Не наткнись на зараженных. Ну, а, бля, легко сказано. Легко сказано, ну да, ну да. Так, здесь никого. Они, походу, поверху-то не бегают. Хе, они все снизу. Или нет? Ой, блядь, здрасте. Привет. Я готов хэдшот здесь. Опа, блядь. А, еще разок. Ладно, еще раз, блядь. Нет, ну блядь, ну сколько можно? Ну почему опять я все патроны въебал на эту хуету? Да, порядок. Сзади никого? Так, ладно, проходим. Опа, отлично, это приятно. Это приятно. Так, вот, собственно говоря, лестниц. Блин, все время кажется, что сзади где-то, я прям сыкую. Так. Держи. Охуительная игра, вот серьезно, прям вообще супер. Просто супер. Чего осторожно? А, вот, вот он какой план действий. Я понял. Ну так, ща иду, иду. Аккуратно. Быстрее, пока там эти, блядь, щелкунчики не пришли. Да ползи, ползи, заползай уже, давай. Сюда. Так, хорошо. Сейчас вот этот коридор, коридор напоминает мне, блядь, что-то. Все нормально? А впереди? Надо выбираться. Блядь. Отлично. Мы уж поняли. Ладно, старик. Что сейчас выражение? Старик? Ну такое. Так, мусори, мусори покопаться главное. Бля, кто там орёт нахуй на улице, а? Так. Чё, какой план действий? Тут кирпичи только я вижу, и все. Должен же быть выход. Должен быть. Ё-моё, опять игра меня к чему-то готовит. Игра к чему-то меня готовит, я чувствую, все. Сейчас будет такое конкретное нападение, судя по всему. Блядь, не хватает на этот, на коктейльчик. Это что такое? Ого. Похоже, мы не первые с ними столкнулись. Тут две бомбы. Боже мой. Бля. Я искал этих ребят. Все, игра меня к чему-то готовит. Ладно. Игра меня к чему-то готовит. Я поищу выход. Два коктейльчика у меня есть, но нужно их использовать правильно. Во-первых, кинуть кирпич в какое-то место, туда сбегутся зомбаки, и я их подожгу. Все гениальное просто. Так, возьму пока... Нет, винтовку лучше, винтовку. О, еще водяра. И все, что может пригодиться. Ебать, тут вообще до хрена всего. Ой, блядь, игра к чему-то готовит меня. Здесь тупик. Охренеть. Не понимаю, кто это строит. Еще чипсы. И что нам делать? Ну что, отбиваться? Отбиваться, есть, да? Есть другие варианты. Ну, понятненько. Готовься.
К чему? Подожди, стопэ, у меня коктейль не заряжен. Убьем жалких тварей. А они оттуда бегут? А, понял. Не знаю, правильно это вариант или нет, но, по-моему, хуету какую-то сделал. Допустим. А, похуй, да на огонь. То есть вообще поебать на огонь. Блять, да огонь там горит, ёба, прикрой меня, а. О, загорелся только не вовремя что-то. Еще там, нет? Откуда они бегут-то в итоге? Отойди, отойди, отойди! Блять, пиздец. Понял. Так, коктейль, 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 еще коктейльчик. Все? Слыхал? Они на крыше. Где? Что? А! Сука, гори, гори, блядь, ясно! Кто откуда? Господи, помилуй. Блядь, я нихуя не понимаю, откуда они лезут. Пизда. По-моему, там вообще полная пизда. Ой, блядь, разъебало кого-то. Ему хорошо там? На, нахуй. Перезаряжаюсь. Ой, я разъебал этих бомбочкой-то. А обе взорвалось бомбы? Да, походу, обе. Бля, что-нибудь найти бы хорошенькое такое. А что так жестко-то, я не понимаю? Жесть. Ой, бля, подобрал. Патроны у меня. На нахуй, сука. Давай, блядь, иди ко мне, сука. Давай, блядь. На нахуй, блядь. Ой, блядь. Нет, нет, да нет, 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 это хуета какая-то. Готовься. Готовлюсь. Перезарядка. Сейчас, 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 сейчас. Перезарядил же, да? Вроде да. Я просто сюда кину проще. Отлично. Так, а, пистолет перезаряжен? Пистолет перезаряжен. Бомбу пока экономлю. Бля, что он не поджигается-то? Какого хера, спрашивается, нет моего размера, блядь, а? Еще? Так, щелкуны ебучие. На нахуй! Так, этот горит. Того можно с лука снять, может, нет? Ну ладно, да что он не горит-то, блядь? Ладно, так пойдет тоже. Быстро избавился. Они на крыше. Ща, подожди, надо... Вот этого я быстренько переебашу. Бля, лучше такого не допускать. Бля, лучше такого не допускать. Быстрее, 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 быстрее. Прикрывай меня, прикрывай, прикрывай, прикрывай. Блять, где бомба? Подожди, кидаю. Все там. А, 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 пизда. Прикрой. А, 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 страшно. Так, кто еще? Щелкуны разъебались? Разъебались щелкуны. Так, минусанул. Патроны, 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 патроны. Падали, падали, падали. Патроны не падали. Патроны не падали. Почему патроны не падали? Мне страшно. Перезарядка. Ой, блядь. Так, ладно, неплохо. Она сзади хорошо атакует прям ножом. А вот и патроны подъехали. На, по жопе, блядь. А, сука. Нет, помогай. Блядь, я сейчас опять умру. Хуяся. Неплохо. Это жесть какая-то, блядь. Даже Джоэл с такими не... Где? Тут этих тварей. Где еще идут? Не надо, там стрелы. Стрелы взял. Все. Пиздец. На нахуй. На нахуй. Блять! Нет! Отойду! 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 Возьму лук! Возьму лук! Ой, блядь, прости! Да блять! Ща! Да! Прям сердечко! Блять, я ему в спину попал! Чё? Ай, блядь! Хуйда, хуйда, идея хуйня, понял. Сейчас, 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 блять. Все, найс. Стрела. Ой. Лезет, сука. Как, я ж попал? Разъебал. Ха. Что за жесть, блять? Что это, кто это? Кто это, блять? А у меня не... У меня ничего нет. Нет, ну есть, конечно. На, блять. Все, горит, 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 горит. Еще и обычные. Сука. На нахуй, сука. Ща. На. Подмышку, блядь. Что делать-то? А что с этим-то делать? Нихуя себе, блядь. Хуйло ядовитое, блядь. По башне ему, по башне. Еще. Блядь, а что с ним делать-то? А! А!
Он, сука, меня преследует! С лука ему по яйцам давай! Блять, ему похуй вообще. А у меня нет оружия. Блять, надо сделать какую-то бомбочку. Сейчас, если он меня прикроет, я быстро это сделаю. Быстрее, пожалуйста, быстрее, быстрее, быстрее. Ну? На нахуй! Подъебало его, как, а? Бля, что за жесть? Это Джоэл с таким никогда не сталкивался вообще. По жизни. Это дичь какая-то. Так... Что? Кажется, мы отбились. Да? Их больше нет? Ну, такое. Еще стрела. Скорее не могу поверить. Это чё? Не, ну это слишком, это перебор, блядь, по-моему. Вообще, конкретный, блядь. Да зачем мне бутылка? Ой, бля, я вспотел, реально вспотел. Это, наверное, самый реально лютый замес, который был вообще в The Last of Us у меня. Да. Видел бы Джоэл, что тут, блядь, происходило только что. Стрелы тут еще, нифига себе, целые. Че, уходим? Не шутя. Не шутя. А этот брательник-то вернется? Всех перебили? Всех перебили. Ни хрена себе. Я же говорил. Ничего себе. Антибиотики. Ладно. Бы. Пойдем обратно. Может, олень еще цел. А где этот братик-то его, вот этот Джейкоб, блядь, или как его зовут? Второй который. Один Яков, другой Джейкоб, блядь, или как там, Джордж. Надо сказать, ты неплохо стреляешь. Фу. Мы с тобой хорошо сработались. Нам повезло. Повезло? Нет, нет. Я не верю в удачу. Я все жду, вот. Я считаю, никаких случайностей не бывает. Ну-ну. Правда? Я тебе докажу. Так вот, эта зима выдалась очень суровой. Не так давно я отправил своих людей в ближний город искать еду. Вернулись немногие. Они сказали, что там на них напал один психопат. И представь себе, с этим психопатом была девочка. Видишь? Блять, я опять застыл! У меня такое ебало, блять, сейчас... Секунду. Друзья, я прошу прощения, я если бы знал, от чего это зависит, почему это вообще так работает, как оно так работает. У меня сейчас было... Я сейчас немножко, блядь, прихуел от того, что он сейчас сказал. Случайностей не бывает. Охренеть. Успокойся. Ты ни при чем. Ты ребенок. Джеймс, убери пушку. Блядь, да ну нахер. Ну нет, Дэвид. Нет, черта с два. Убери... пушку. Дай ей лекарство. Остальные не одобрят. Это уже моя забота. Охренеть. О, так это что-то бомбочка взрывающаяся. Отойди, козел. Ты не выживешь одна. Да, ага. Я хочу помочь. Не надо, не надо. Не надо, Элли, беги нахер. Беги. Все, лекарство забрала, оленя отдала. Бля, пожалуйста, ну. Где? Где Джоэл-то? Где он все это время? Где он находится-то? Пожалуйста, он живой. Она несет ему лекарство. Само собой уже понятно. Ну где он, бля, все это время? О, нифига, так еще и лошадь у нее, оказывается, есть. Валим отсюда. Охренеть она! Пошла! Ну. Так, ни хрена, что серьезно, какой-то дом даже они нашли. И там Джоэл. А как она вот его одного? Он, ну, как бы он как самостоятельно. Что он там вообще? Ну, бля. Идем. Быстрее. Ну хватит тянуть-то время, уже и так протянули нормально, блядь. Ну, Джоэл. Так. Так. Ну. Джоэл. Ой! Еды принесла немного. Зато добыла вот что.
Я реально, блядь, я до последнего хотел убедиться в том, что так это круто. Правда, блядь. Бля, ну он же выживет, надеюсь. Не просто так сейчас вот делаю так, чтобы мы вот поверили в то, что он как бы все нормально, она его спасет, он выжил, но... Вот так. А вдруг... Прости. Ничего. А если бы там яд был? Все. Вот они принесли. Как... Ты поправишься. Бля, жалко, что-то Джоэла пиздец. Еще и холод такой лютый, зима. И он морозит, бля, я представляю вообще. Точнее, не представляю. Бля, жесть. Вообще жесть. Сука, разрывает душу просто нахер. Опа. Опа. Кто-то говорил мне что-то. Блять, начинается. О, черт. Выследили. Я уведу их отсюда. А потом вернусь. Бля, ну я надеюсь, он выкарабкается, реально. Ну будет красиво, если знаете, как было бы. Вот, например, что... Тише. В какой-то момент... В какой-то момент она возвращается, а Джоэл уже бодренький, блядь. Вот, вот это было бы топчик вообще. Реально был бы топчик. Пошла. Может, ее здесь нет? Слушай, да там стоит. Вообще не слышно, да, коня, типа? Она тут. Я поймал ее! Идите сюда! Что застыли? Стреляйте! Но Дэвид сказал... Нахер Дэвида! Но! Стреляйте! Друзья. На этом мы, к сожалению, заканчиваем эту серию, потому что... Я, к сожалению, физически иначе не успею сделать то, что я запланировал сегодня и завтра, хотя мне пиздец как интересно, что будет дальше, конечно же, до самого конца такое будет происходить, поэтому, друзья, я постараюсь, я сделаю все возможное, чтобы и завтра в том числе вышла серия, хотя, скорее всего, вот сразу вот скажу, что, скорее всего, вряд ли не успею, просто не успею, поэтому, скорее всего, в понедельник, бля, что за дичь вообще, что это вообще за шедевр, что это за игра? Ладно, Джоэл жив, это самое главное. И Элли теперь стала полноценно самостоятельной. И я надеюсь, что все-таки может тогда есть все-таки намек на хэппи-энд. В общем, друзья, совсем скоро, я так понимаю, мы близимся все равно к какому-то логическому завершению. Что-то вот должно крупное произойти, и все. И будет финал. И вот еще что хотел я бы сказать, вот свои чисто мысли, что было бы, вот как я по-моему, не договорил просто, что было бы очень круто, если, наверное, возможно сейчас, возможно потом, вот как бы сейчас пройдет какое-то время, как бы Джоэл, ну как бы он там вот ему хреново, она и антибиотики ему уже начала вкалывать, и что она как бы вот, допустим, сейчас куда-то уйдет, и потом возвращается, а он уже бодренький, бля. Я надеюсь, что такой момент душевненький будет, что он выздоровеет и прям будет полон сил. Фух, посмотрим. Друзья, огромное спасибо всем за просмотр, оцените видосик, подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропускать следующие видосики, и оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.